Привет, друзья! Я не часто записываю такие видео, но сейчас не могу удержаться. Украина-Швеция 2-1. Мы в 1/4 финала. Это, друзья, круто! На фоне тех политических моментов, которые вот мы часто получаем негативные какие-то эмоции, эта футбольная победа, это действительно, она особо ценна в этой атмосфере, в этой ситуации. 2-1 с сильнейшей командой Швеции. Наши ребята молодцы. Они побеждают на последней минуте игры. Столько эмоций. Я сейчас вышел на балкон. Я никогда не помню, что в обычном спальном районе Киева так встречали победу сборной Украины. Друзья, мы в 1/4 финала. Мы играем 3 июля со сборной Англии. Это сильнейший соперник. Запасаемся силами. Готовимся к этому матчу. Ребятам нашим, всем, кто получил травмы, а их очень много было в этом матче с нашей стороны травм, всем выздороветь, всем укрепить свое здоровье, всем быть готовыми к сильнейшему нашему сопернику 3 июля в 1/4 финала сборной Англии. Украина-Швеция 2-1. Слава Украине!